добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые телезрители! Сегодня, 12 июня, вся наша страна отмечает великий праздник – День России. Россия – богатая, щедрая и великая держава с огромным потенциалом, богатыми землями, красивейшими пейзажами и прекрасными людьми. Мы от души поздравляем всех с Днем России. Желаем здоровья, счастья и чистого неба над головой. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Прекрасный праздник стало доброй традицией проводить краевой фестиваль музыки и песни народов, проживающих в Хабаровском крае, «Карагод». В этом году фестиваль проходит в 10-й раз в новом телевизионном формате. Но традиции остаются неизменными. Для вас, дорогие зрители, мы соединили в этой передаче самобытность и культуру разных народов, которых из года в год объединяет наш фестиваль и большой дружный хоровод. Воспевали каждый свой честной.
Культурные традиции народов, проживающих на территории Хабаровского края, уникальны и многообразны. Дальневосточная земля объединила всех, а Хабаровский край стал опорой и надежным оплотом, где всегда царит атмосфера взаимопонимания и дружбы. Сегодня на территории нашего края в мире и согласии проживает 145 народов, бережно храня и приумножая свое наследие. Ассамблея народов Хабаровского края ежегодно принимает участие в фестивале «Карагод». И сегодня руководители национальных общественных объединений присоединяются к поздравлениям. Кадерли пташлер, хурматли дуслар, уважаемые друзья, дорогие соотечественники, мы отмечаем всенародный праздник «День России». В этот день хотелось бы, чтобы у всех было очень хорошее настроение, а пожелать нашей стране, нашему народу хотелось бы счастливого будущего, мирного неба, дружной жизни между многими национальностями, которые населяют нашу страну и наш край. Хотелось бы, чтобы мы познавали культуру друг друга, обычаи. И это нас радовало, и мы могли в этом общении познавать все больше и больше друг друга. Счастья, дружбы и большого будущего нашей стране. Дорогие друзья, в этот знаменательный день поздравляю всех с Днем России. В этот непростой период хочется вспомнить всех выпускников многонационального Рижского летно-технического училища гражданской авиации, которые представляли все республики бывшего Советского Союза и других стран мира. Мы действительно были как единая семья, которая прошла очень многое. Невзгоды, испытания, радости и победы. Но в итоге каждый из нас достойно представляет себя в различных областях экономики и общества. От всей корейской диаспоры желаю вам счастья и здоровья, а также много дней, которые принесут вам улыбки.